Вот здесь стояли артиллерийские позиции на этих местах. Смотри, окоп. Ну, не окоп, здесь был целый блиндаж здесь был. Заходите. Это пещера была? Ну, почему пещера? Просто... А боевые припасы? Они забрали давно уже. Смотрите, вот сюда они обороняли город наш от фашистских захватчиков. Сбивали самолеты. Было по 12 часов в день. Даже больше вели бои. Вот видите здесь, как все сделано? Да, заходите сюда. Смотрите, я тут копал. Смотрите, что нашел здесь. Что это? Кирпич здесь. Видите, кирпич остался еще. Ну, видимо, тут что-то было кирпичное, кирпичи вывезли. ФК! И вот такие тут. Что-то такое осталось старое. Папа, ФК! Ну, какая-то эмблема. Это не копал? Ну, не копал, просто открыл. Смотрите здесь. Это ФК. Да, идите сюда. Вот тут, ну, это стенка. Осторожней. Вот еще. Тут какая-то землянка была. Тут их много очень. Я вот здесь хожу и каждый раз новые нахожу. Там бруствер есть, потом бруствер покажу. Остатки бруствера. Ой, какой такой вот. Ну, мы тут параллельно грибы собираем. Ладно, пошли. Значит, он тебе незнакомый, если ты его так называешь. Сейчас. Тут самое интересное, это вот подальше. Комары. Активизируешься, я думаю, хуже не будет. Все-таки. Так. Где-то здесь вот такое хорошее место было. Не нашел так на скидку то место, где там как блиндажи, как две комнаты были. Вот такие вот. Смотри. Видишь, выложено было камнями. Не падай. А тут их. Что? А можно туда зайду? Да. Вот, и тут их очень много было. Я каждый раз новые реально нахожу. Но сейчас не будем искать. Потому что с детьми. Вставай, вставай. Не надо там лазить. Вот видите, вот тут блиндажи были. Сейчас покажу еще. А это вышка геологическая. Геодезическая. Здесь показывает то, что здесь самая высокая точка на этой сопке. Мы на самой высокой точке этой сопки именно. И вот именно здесь стояли батареи артиллерийские, отбивали. Защищали город. От самолета здесь налеты постоянно совершались. Немцы не могли взять город. Они из западной, с той стороны, из западной, отовсюду они лезли. Но потом мы решили самолетами бомбили. А тут бомба упала больше, чем на Сталинград. Чем на Сталинград. А вот здесь стоял бруствер. Вот зенитка здесь стояла. Смотрите. Обратите внимание. Видите камни? Да. Они по кругу выложены. Видишь? Вот смотри. Тут, да, будет ровный круг. Вот смотрите. Вот здесь. Ну, это... Это свиньи поставили. Вот видите, ровно круг. Здорово. Да. А мы идем вон туда. Вот видите там. Папа, что? Ограда. Ну, тут стояло. Тут что-то было сделано. Вот. А мы идем вон туда. Видите? Вот там расположимся. Там будет и дров много, и лесочек красивый. Грибов мы мало собирали. Тут они. Тут-то уже был кто-то здесь, видите, ножки. Это ножки от грибов. Тут уже народ прошелся. Ну, сыроежек насобирали, маслят. Все. Дальше. Здесь какое-то еще укрепление было. Здесь вся сопка была в укреплении. Укрепление какое-то зенитное здесь. Может. Баня была. Здесь баня была даже. Жалко, что здесь атомных бомб нет. Вот там внизу, там озеро. И они ходили туда за водой. Не ломай дерево. А, оно далеко? Это какой Нет. гриб? Наконец-то старый? Попался нормальный гриб. Старый? Фух, почему старый, нормальный. Большой, конечно. Это... Да я попробую его. Под березовик. Или под осиновый какой-то выцвеший. Вот такой отличный красный головик. Нашел Петя. Да, Петя? Угу. Я даже не заметил, прошел мимо.
Петя, ты считаешь это красиво? Ну да. Вот какая красота тут. И здесь, кстати, связи нету с миром. Здесь телефон не ловит уже. О, похоже на автомат. Что, идем дальше? Да. Еще горка, там лесочек пройдем и остановимся. Костер разведем. Все, идем. Да, сарделек. Так, сделали привал небольшой, разожгли костерчик, дети уже пожарили колбасы, пожарили, у нас еще есть сардельки, сосиски, я себе вот такую взял. Папа. Масло морское из морепродуктов, хлебом подкопченый Арктик Криль, паста из морепродуктов Арктик Криль, да, подкопченый. Мясо криля подкопченое, не знаю, что такое за криль. Ну, на вкус хороший. Мне понравился. А как пост я не буду. Мясо есть. Костер, тут дети там, бегают. Там еще, там еще жарко. Дров нам хватит. На, часика два, наверное, посидим. Все, сидим, пойдем дальше грибы собирать. Я на камне там постою, ладно? Завтра собираются опять идти, не знаю. Не надо туда идти далеко. Искать грибы. Едят хлеб жареный. Такой костер у нас. Такой хороший. Только не обожди. Вкусно? Петя? Ну, состынет немножко. Ты все еще снимаешь? Угу. О, вот так вот сфотографируем. Хорошо, залазь. Только сейчас я тоже заберусь. Дождик начинается. Павлик, помоги пить. Дай лапу. Вот так вот. Вот так вот. Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так вот. Все. А сними ее. Снимаю. Под березой за одной ножкой такой попался нам. Интересный. Ну, маленький, но такой. Да. Такое место. Стали немножко отдыхать. Видно, видно. Павлик залез на дерево. Что еще сказать? Что еще сказать? Странно, комары еще кусаются. Какая-то землянка была со времен войны. Скалолаз. Вот здесь вот
зенитная батарея тоже стояла. Смотри, видите, здесь тоже все в круг. Угу. Видите? А так хорошо она успела. Смотрите, круг тоже выложен ровный. И здесь, смотрите, чистое место. Вот, смотри. Да. Видишь, здесь. Здесь основа была. Как хорошо я падал. Зенитная батарея здесь была. Смотри, видишь, здесь стояло что-то. Что? Ну, зенитка стояла здесь, орудие стояло, видишь, вот на этом месте. А ты знаешь, почему я не смог полазить? Заросло? Да, и круг, видишь, все в круг тоже выложен. Где? Ну, вот, я же показываю, вот видишь, трава растет. Тут камни. Ты уже говорил. Это про то, а это а про это. Это тут свиньи оставили. Свиньи. Люди такие? Да, которые везде оставляют. Синие? Ну и синие тоже. Вот здесь. Красивый лес? Да. Вон из леса выходит, смотри. Ну это мы только в лес заходим такой. Как в средней полосе. Да, Петя? Чего? Нравится лес? Да. Тебе здесь? Идем. В дремучем лесу. Уже машины слышно. Уже возвращаемся ближе к дому. Так, какая тропинка? Ладно, пойдем по этой тропинке. Все.